Софик, привет. Привет. Какая ты модница, покажи, какая ты красивая. Мы одели костюмчик новенький. Но мы штанишки еще не надевали. Надевали, но я их подвернула. Ага. Чтобы были чуть небольшие. И теперь у меня костюм. Ой, мы на уличке ходили, ну, в общем, по делам. Надо было денежку на карту положить. В Еве скупились, потом дома покажем вам. А сейчас иду в АТБ. Мне надо Жене огурцов взять. Софии листья. Ветер ужасный на улице. И Софии надо А4 листочки рисовать. Закончилось, на чем рисовать. Ага. Пойдем в АТБ. Мы уже дома пришли. Хотела вам показывать быстренько, ну, что мы купили. Ну, Микуська хочет, сейчас я ее покормлю. У нас что? Сейчас покажу. Я ее буду кормить. У меня это, печеночка. Всем привет. Печеночка. Мы столько всего купили, я одного жду. Сейчас. Сильно это хочу уже. Микки будет первый раз кушать печенку. Сейчас я ей нарежу. Она так. Не знает, что такое печенка. Микусик, сейчас мама тебе вкусняшку сделает. Но не просто так. Ты будешь с рисом кушать. Сейчас я ей намешаю все. Микуся, вот иногда такое поешь и потом не ешь. Я не знаю, если бы мне такое давали, я объедалась. Тебе дать? Ну, спасибо. Я горохового супа сейчас поем немножко. Хорошо. Сейчас мы нарежем. Моя девочка, она так ждет, стоит. Жалко, вам ее не видно. Сейчас я вам покажу. Можно? Покажи. И она будет смотреть на еду, да? Сейчас мы нарежем. Ладно. Маська, она такая вкусненькая. Кусает. Сейчас, подожди, я еще и рис добавлю. Просто так не, Микки. Просто так ты сильно быстро все съедаешь. Все. Я тут положила печенка, индюшка ей варила. Ой, она уже вырывается, хочет. Все, тогда иди на пол. Сейчас я еще рис добавлю. У меня есть рис вареный. Не видно. Микуся, ложечка риса. И печеночка. Сейчас мама все тебе переколбасит. Все. Ждет девчуля, ждет. Сейчас надо все перемешать. Будешь сейчас кушать. Мы на улицу уходили. Я ее хотела покормить, но она, думаю, ладно. Лучше с улицы приду, чтобы аппетит нагуляла хорошо. Наверное, снова ей много нагрела. Ой, нагрела. Угу. Ну все, кушай. Приятного аппетита. Так, все. Теперь показываю, что мы купили. Сейчас. А скупились мы так. Сейчас буду не показывать. Китс. Угу. Наверное, вот так поставлю камеру и буду вам показывать. Так. Видно хорошо, да? Девчонки, еле пакет домой доперла. Папа говорил, что он большой, мы его весь заполнили. Ой, так, с чего начнем? С Евы или с АТБ? У меня уже тут все в разброс. Ну, давай. Купила, я вам сейчас так покажу. В Еве, чтобы стульчик мне не мешал, в Еве купила вот такие вот гигиенические помады, бальзам для губ. Но я купила первый раз. Это магия трав. Вот такой. Потом тропичный подсилок. А тут написано сзади рисунки. Да, с кокосовым маслом. А это с чем? Это с виноградной косточкой. Ну, в общем, два берешь, третий в подарок. Ну, мама сразу три взяла. Ну, думаю, возьму. Они расходятся у нас очень хорошо. Потому что у нас губки иногда трескаются. Короче, у меня тут уже в пакете в разброс. Не будем говорить, где что, да, мама? Ладно, буду так показывать, все доставать, что есть. Купила в АТБ вот такие конфетки. Вот такие сосательные, разные.
Они такие разноцветные конфеточки. Не знаю, как они называются. Цукерки. Лай-лай-лом или лай-лай. Вот ты достала. Сейчас. И София любит вот такие конфетки Тузя. Ты только что на улице уже съела. Уже у меня дырки. Так, вот я хотела конфетки. Софии купили зубную пасту. Пасту. Вот это я ждала. Kids 6+. Kids, вот. Но мне уже будет 8. С яблочком. София хочет бежать зубы чистить. Я же ей щетку еще там купила. Мама, не рассказывай. Стой, дай покажи мне. Я же даже не знаю. Дань какой. О, у меня никогда не было таких тюбиков. София у нас любит зубные пасты. Потом она купила себе... Ну, обыкновенные, А4 рисовать закончились у нее. В АТБ не было, не купили. В нашем магазине купила снова вот эта меламиновая губка. Магично. Думаю, пусть будет. Так, так, так. Так, смотрите, что в АТБ купила себе. Мне кажется, меня сильно засвечивает, да, или нормально. Нет? Нормально? Как-то оно какое-то все... Ну, мы не засвечиваемся, ну да. Купила автомобильный магнитный трымач для смартфонов. Ну, вот я решила, что мне он пригодится. Вот я видео снимаю, могу на холодильник камеру, телефон прилепить. Ну, в общем, буду разбираться, как им пользоваться. Один взяла, было два в коробочке. Один достала, смотрю, вот эта штучка как выпала. Тут охранник рядом стоит, я его молодой человек. Он, не, она просто достается. Я говорю, ну она же не держится. Когда, ну да, поломанная. Хорошо, еще одна была. Мама, ну, протестирую. Стой, подожди, вот это ты снимаешь, лепишь куда хочешь, а вот тут телефон присутствует. Вот телефон, вот, вот тут магнит. А вот тут ты можешь к холодильнику. Да, как присоска, вот так. Хоп, и видишь, оно держит. Ой, держит хорошо. Вот я прилепила. Ой. Теперь я не отлеплю. Ладно, потом отлепим. А то сейчас выломаю. А как ты его тогда с холодильника отлепил? Офиг. О, все, он отвалился. Как? А вот так. Нет, тут вот штучка есть. Вот, вот, вот я поняла. Вот так. И вакуумом. Раз. Все. Разобрались. Так, такое купили. Дальше. Купили... Такие цветочки с Софийкой, они были по акции по 12 гривен, да? Или почем? На пасочку поставим, украсим пасочку. Так. Яблок София захотела. Вот я не хотела вообще красить. Куда она пошла? Гена. Вот она. Все, убежала. Она ж грязная. Сейчас я ее выманю чем-нибудь. Микуська, лянь, что у меня есть. Лянькая коробочка, иди сюда. Она скорее, смотри. Иди сюда, иди сюда. Мама тебя споймала. Мордаха грязная. Она все скользит, накусилась. Ой, скользит, вкусно мама кормила. Но не все она докушала. Наверное, многовато и насыпала. И снова пузо наела, детинка моя. Ой, скажи, что вы тут накупляли всего? Так. Сейчас я ей промыла мордочку. А можно мне показать, что мы еще купили? Показывай. Вот такие вот, не знаю, какие-то... А, какие-то хрустика. Ага. Да, тоже? Ой, вот эти давно хотелось. Все, закрой спальню. Хрустинка, крекер купили. Ну, чаек попить. Соленые. Так, яблоки вам показала. Так, а что еще? Так, мандаринки купили. Ну, я так немножко, по чуть-чуть беру, потому что оно потом лежит и пропадает. Ну, чеснок. Купила 3 чесночка. Чеснок был молодой уже. Но я взяла старый. Молодой, вот такие вот стебли. Думаю, я половину отдам за это. Еще банан. 4 банана. Еще 4. Тут 2 связочки бананов. 6 бананчиков. А. Ну, купила бананчиков, купили. Огурцы. Давай я буду доставать. Сейчас достану. Софии дольче купили по акции. Дольче, я обожаю дольче. Капусточку купили молоденькую, салатик готовить. Огурцы тоже на салатик. Молодец.
Так, пакет молока. Я тебе помогаю. Печенье. София какое-то печенье взяла. Злагода. А, я нет, его Лагода. Люблю. Лагода. Ну, с чаем вот, попьем. А там их много, да? Майонез был по акции. По 19, по-моему, с чем-то. Давай. А у меня чек, я не знаю, в сумке где-то остался. В общем, купила 3 майонеза, нехай буде. Вот такая расческа. Ага, купила в Еве себе расческу. Я сейчас все расскажу. Софи, ты сильно быстро достаешь, я же не успеваю рассказывать. Я на нее все время смотрела. Ну вот когда были на днях, с Женей мы были, я еще хотела купить расческу, но она была без акции. Думаю, чего ее раньше не взяла? Думаю, ладно, позже. Сегодня захожу как раз по акции. Я на нее все время смотрю. Не знаю, понравится волосы укладывать. Сейчас я ее открою. Вот такая вот фирма. Расчесочки. Или как надо показать? Все правильно я показывала. Вот такая вот. Не знаю, попробую. Не знаю даже, удобно будет или нет. Чтоб волосы вот так подкручивать. Что-то не очень удобно. Или после улицы. Нормально. Высушивать, в общем, вытягивать. Она тут какие-то шерстинки у нее. Вот такая вот, в общем, расчесочка. Железная. Нет, она не железная. Дай сюда. Не-не-не. Вот тут вот железная. Не-не-не, она пластиковая. Ну, в общем, расческу взяли. Маме. Купили вот такую щетку. Ну, я предлагала Софии зубную. Но... Тут щетинки такие, как силиконовые. Вот. Ну, не знаю. София не захотела. Какую ты взяла себе? Я себе взяла другую. Мне она понравилась. Микки, не лезь туда. Ой, ну зацепи. Ага, вот. Все? Пустой пакет? Все. А да. София вот такую вот выбрала. Щеточку. Она внутри черная, по бокам беленькая. Сиреневая. Я хотела взять средней жесткости. А вот это, кстати, мягкая. Вот это бы тебе лучше подошла для твоих зубиков. Где это? А, ну да. Эксперт чищень. Это вообще для чувствительных зубов и ясен. Наверное, такое. Просто погладить. Средняя жесткость. А это? А это мягкая. Может, где тебе лучше... Написано? А вот написано. Мяка. А может, мы поменяемся? Можем поменяться. Не знаю. А тебе мягенькая была для зубика. А тебе вот... Нет, давай я все-таки меняться, не знаешь, так подумала. Ну, я не знаю, никогда не пробовала вот эти силиконовые. В общем, вот такие у нас покупочки. Я не знала, как... На, в расческу относи. Микусь, не лезь. Все, выбирает, стоит. Не знаю, девчонки, как... Нет, мама, наверное, себе оставлю эту, себе забираю эту. Сейчас я попробую. После улицы пришли, а ну ж там ветер, мам, волосы попутались. А я зубки чистить пошла. Где моя? Пасту. Все, я... Нет, я ее сначала открою. На кухне расчесываю. Знаете, не очень такие она мне и приятна. Мне кажется, она будет рвать волосы. Что-то я на нее так смотрела, так она мне внушала надежды. Не знаю. Там была такая вообще круглая, ну, больше размером, но я не стала сильно большой. Ой. Ладно, это знаю. Когда я голову помою, буду сушить. В принципе, мне подкрутить вот только низ. Может, и нормально будет. Не в общем, умею. Такая расческа. Кого тебе открыть? Вот эту штуку. Давай. В общем, у нас тут на столе, видите, все навалено. Купились. По полной программе. Я сейчас открою, знаете, как всегда вот эта пленочка. Как всегда, я так и знала. Надо все мыть, обрабатывать. Мне это уже... Как уже пахнет. Да. Я уже... Она зеленая. Да? Она зеленая. Первый раз вижу разноцветные. Щеточка прям... такая в руках силиконовая, приятно держать. И вот это. Скажи, а, дай, это моя. Куда ты... А, ты... Шо, я нюхаю. Зачем? Щетку нюхаю. Да, это моя. Этой ну, будешь чистить? Ну да. Такая как бы. Черненькая внутри. Ну, не, у меня такой не было. На, приятно в руках держать. Вот это, да? Как? Силикон воняет. Ну, не сильно. В
Вот тут нет, а вот эта ручка, как такой запах. Как... Ну, ладно. Ну, не очень. Так, где она там скачет? Что она там уже делает? Я не знаю, ну что-то взяла. Рыбку, господи. Вот понюхай, как пахнет. Тут, знаешь, какая-то конфетка. Ой. Угу. Вот дышать и яблочко. Дышать. Напиток яблочный. Ой, я пошла чистить. Я вам протестирую. Ой. Так, ну что, буду все разбирать, убирать. Вот это меня, конечно, интересует. Я думаю, должно быть классно. Вот это тут такой магнитик какой-то. Он, наверное, и должен тут стоять, да, магнит? Он в пакетике. Или что он тут? Тут какая-то и пленка. Чем телефон буду экспериментировать. А что так поставил? Снимать удобно будет, да? Посмотрим, насколько хватит. Кстати, штатив я покупала недорогой, нормальный, хороший. Кто начинает снимать, покупайте. Я видео снимала, рассказывала про штатив хороший. Так, ладно, все. Показала вам обзор покупок. Сейчас надо все, то, что можно помыть, помыть, а что нет. Видите, как мы уже моем. Там моем, там не моем. Классно? Не сильно твердая? Ну все, иди чисти. Все. Микки накормила. Все. Сейчас буду уберу и буду Софийку кормить. И сами, и сама, наверное, супика покушаю. Все, на сегодня пока-пока. Да, ау-ау, иди попрощаемся. Ау-ау-ау. Ау-ау-ау. Ау-ау-ау, детюлька моя. Скажи, маме надо помаду. Ой, ты пахнешь так печенкой, дамочка. Дамочка моя, маленькая. Ой, эти лапки холодные, ты что, замерзла? Мы в коридоре, в прихожей полы включили, ну, чтобы подогревали, чтобы тепленько было. Целовала меня, ты моя любимка. Ой, моя любимка, маленькая моя любимка, холёсенькая. Принцесса. Мы тебя называем принцесса. Ой, целовались. Давно ты меня не целовала. А я знаю почему. Ты просто хочешь слезать помаду и все. Съемки закончились, девочки, все. Всем пока-пока, да? Микуська, скажи пока-пока. Пока.